Ловись, рыбка большая и маленькая. Брэндон, наконец-то я тебя нашел. Чем ты здесь занимаешься? Тише, тише. Разве не видишь, рыбу ловлю. Клюет, клюет. Вытаскивай. Не получается. Наверное, огромная. Давай помогу. Хекс. Ха-ха-ха-ха-ха. Что ты здесь делаешь? Пришел за часами Бентена. Сначала поймай меня. Я здесь. Скорее, превращайся в пришельца. Нет! О нет, что же делать? Теперь ты мой. Ваня, Ваня, лови часы! Бентен! Невероятно! Это же электронные часы Omnitrix! Круто! Вау! Ха! Они светятся! Я спасу Бентена. Время подвига! Не то. Тоже не то. Нужен пришелец, который может дышать под водой. Время подвига! Ой, ай. Это же глич Бен! Ху-ху! Ваня, привет! Привет! Ну как ты сможешь мне помочь? Я умный и очень ловкий! Нет, нужен кто-то другой. Моя бы интуиция подсказывает. Водохлёст. Верно. Ху-ху. Время подвига. Ага, нашел. Вот он. Ребята, поможете спасти Бентена? Без проблем. За мной. Уху! Эх, не могу освободиться. Не на месте. Вау! Сюда! Я нашел его! Я его не отдам! Водохлёст, осторожно! Глич Бен, отвлеки его! Хо-хо! Ой-ой-ой! Ваня, разве
держи. Понял. Что, краб? Разберитесь с Хексом. Работа как раз для меня. Вперед! Промахнулся. Водохлёст, бей по скале. Что он делает? Удар водой. Получилось! Вы меня перехитрили! Задание выполнено, а ты останешься здесь! Нет! Большое спасибо тебе за помощь! Всплываем! Хо-хоу! Пока-пока! Эй, а как же я? Вау!